Привет, ребят! Я сегодня хочу показать вам, как я делаю французские косы, или я не знаю, в принципе, как они правильно называются, но просто две косички я заплетаю сама себе. Я очень люблю, на самом деле, эту прическу, и если вы еще не умеете их заплетать, то, надеюсь, мое видео вам как-то поможет. Нам понадобится расческа для пробора, также две резинки, можете использовать силиконовые резинки, можете использовать такие обычные маленькие резиночки, и также, если вы пользуетесь, то лак для волос. Начинаю я всегда с пробора. Мы ставим расческу в начало головы, ведем до самого конца и делим сзади волосы вот таким вот образом и закрепляем одну сторону, чтобы нам было удобнее работать со второй. Мне, честно говоря, не очень удобно без зеркала, но будем пробовать. Итак, мы начинаем с щелки или просто с передних прядей, смотря что у вас. Самую первую прядь берем как можно меньше, как можно тоньше. И делим ее на три части. Теперь мы вниз подкладываем эти маленькие прядочки, переплетаем их. Очень важно вести вашу косичку вверх и обратите внимание на положение моих рук. И внимательно посмотрите, как я это делаю. Даже просто не знаю, как это особо комментировать. Но я думаю, если вы несколько раз пересмотрите это видео и потом попробуете повторить то же самое перед зеркалом, то я уверена, у вас все получится. Вот, в принципе, таким образом мы делаем всю голову. Старайтесь отделять эти маленькие пряди как можно чище, чтобы они не путались. Так просто потом в итоге будет красивее. В принципе, вы можете оставить свои косички такими, потому что они и так выглядят очень круто. Я очень люблю их расправлять, и, кстати, вы можете вытянуть свои хвостики, но у меня они и так прямые, просто с прямыми хвостиками это выглядит гораздо милее. Итак, мы начинаем прямо отсюда. Когда вы вытягиваете волосы, старайтесь не тянуть всю прядь, старайтесь тянуть только вот буквально с краю немного, и будьте аккуратны с вот этими передними, так как они могут очень сильно просто распушиться, и это не будет красиво выглядеть. First day.